В Донецком цирке «Космос» состоялось праздничное представление под названием «Освободители Донбасса». На манеже выступали местные художественные коллективы и вокалисты. Особое внимание привлекла подготовительная группа ансамбля «Зорница». Ребята были в военной форме, и уже в холле их начали фотографировать гости мероприятия. Как танец ваш называется? Стану военным. А кто вас учил такому танцу? Директор этого заведения. Долго вы готовились? Нет. А знаете, какой праздник сегодня празднуют? День освобождения Донбасса. Поздравляю всех жителей Донецка с праздником. Желаю, чтобы все были здоровы. Я желаю, чтобы всегда был мир и не было снарядов над головой. И всех с Днем освобождения Донбасса. Праздник начался торжественно и весело. Ведь мы знаем и понимаем, как горячо все ждали освобождения мира на нашей земле в те далекие 40-е годы. 72 года назад, в теплые сентябрьские дни, Донецкая земля была освобождена от фашистских захватчиков. С праздником вас, донбассовцы! И вот на сцене уже полюбившийся всем коллектив «Зорница». Строевым шагом они заполнили манеж цирка, и тут же в зале засияли улыбки, ведь остаться равнодушными было просто невозможно. Один коллектив сменял другой, артист за артистом выходили на арену. И все они доносили до нас память давно минувших лет, которая, увы, не послужила уроком для той части Украины, которая насильственным путем хочет лишить нас свободы и права выбирать, на каком языке нам говорить и что подразумевать под словом «Родина». Это память о тех людях, которые оставили свою жизнь на этой земле. Здесь, честно скажу, было пролито очень много крови, когда освобождался Донбасс. Потому что Донбасс – это основное на Украине, где откуда пошло, в принципе, освобождение всей Украины, потом в дальнейшем южное направление – это Крым, Одесса, и дальше на запад. Поэтому это такая веховая точка оказалась в Донбассе. Поздравлять? Могу еще раз поздравить. Но хочу поздравить тогда уже, давайте так, наверное, не жителей, а в первую очередь ветеранов. Потому что у нас есть еще ветераны, которые это помнят, которые непосредственно участвовали в этих боях, вот их в первую очередь поздравить. Почему? Потому что, кроме того, что в этом году объявлено весь год память о победе над фашистами, 70-летие победы было, эти мероприятия не празднуются как бы целый год, но вот для них это не просто праздник, это память. И от нас зависит, чтобы эта память никогда не угасала. Мы знаем и чтим свою историю, а мероприятия подобного рода помогают новому поколению не запутаться в лживой проевропейской пропаганде, а снова и снова возвращаться к тем событиям, когда наши предки показали всему миру величие русского народа. Кристина Крымова, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ.